Өздеріңіз білетіндей, электроэнергетика индустриализация бағдарламасында басымдық берілген салалар қатарына жатқызылған. Оның негізгі бағыттарының бірі жаңартылған энергия көздерін дамыту. Елбасының тапсырмасына сәйкес 2050 жылға дейін елдегі тұтынатын энергия түрлерінің жартысы осы баламалы энергия көздеріне тиесілі болу керек. Сонымен жоспарымыз іске асу үшін қандай жүйелі шаралар қолдану керек, осыған толығырақ толықталуға рұқсат етіңіздер. Уважаемый Сергей Нигметович, уважаемые коллеги, глава государства определил задачу по развитию зеленой экономики, основанной в том числе на возобновляемой энергетике и экологически чистых технологиях. И сегодня мы хотели доложить о том, какие тенденции развития существуют в Казахстане, какие системные меры приняты и необходимо будет принять. Сегодня корзина генерирующих мощностей Казахстана – это 69 электрических станций, общей установленной мощностью 20 620 мегаватт. И, как я уже сказал, что глава государства поставил задачу по развитию производства альтернативных и возобновляемых видов энергии, на которых к 50-му году должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Данное поручение и задачи требуют принятия единой сбалансированной позиции с учетом экологических, экономических и социальных аспектов. В этой связи уже выработан ряд системных мер и предстоит выработать ряд дальнейших мер, направленных на устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Казахстана. Основными подходами из которых должны быть: первое – обеспечение энергетической безопасности страны, заключающимся в надежном энергоснабжении нашей растущей экономики. Второе – формирование и основ и последовательный поэтапный переход к зеленой энергетике. Принятие системных мер, направленных на реализацию проекта возобновляемых источников энергии. Несмотря на предстоящую работу, уже сейчас принимаются конкретные шаги, и в конце января был принят по поручению президента правительством план мероприятий по развитию альтернативной возобновляемой энергетики на период 2013-2020 год, состоящий из пяти направлений. Первое – это принятие мер, направленных на поддержку использования ВИЭ. Второе – развитие исследований и специалистов, подготовка специалистов в области ВИЭ. Третье – развитие местного содержания и технологий. Четвертое – популяризация политики ВИЭ. И пятое – это реализация конкретных проектов в области ВИЭ. Реализация конкретных проектов позволит апробировать все принимаемые механизмы, технологии, финансовые модели. Для аналитической и технической поддержки создается Институт электроэнергетики и энергоэффективности. Согласно принятому плану, к 2020 году мы ожидаем 1040 мегаватт мощностей ВИЭ, из которых 13 ветростанций, 793 мегаватта, 14 ГЭС, 170 мегаватт и 4 солнечные станции, 77 мегаватт. Хотел сказать, что это самый осторожный индикатор, осторожные цифры, поскольку сейчас по поручению президента правительством рассматривается три документа, и на основе которых, Сергей Михайлович, вы поручили выработать сбалансированное решение. Это первое – концепция развития электроэнергетики до 2030 года. Второе – это концепция развития топливно-энергетического комплекса, который разработан КазЭнерджи, и стратегия зеленой экономики, которую разрабатывает Минэкономики и МООС. Совместно рабочая группа приступает к работе, и у нас мы должны к весне дать первые подходы, тем, чтобы в течение лета выработать единый подход к энергокорзине, которая определит долю всех видов электроэнергии в 30-м, 40-м и 50-м годах. Вместе с тем, по ВИЭ мы считаем, что необходимо уже приступать к этой работе. В случае принятия энергокорзины, которая позволит более активно использовать ВИЭ, мы индикатор к 2020 году можем пересмотреть в сторону увеличения. Решить остановиться по ВИЭ на двух моментах. Первый – это системная мера, и второе – реализация конкретных проектов. Как известно, процесс реализации ВИЭ возник в Казахстане благодаря принятию закона о поддержке использования ВИЭ и принятых некоторых нормативных актов. Он дал хороший толчок этой работе, прогресс. Вместе с тем, те тенденции, которые и происходили в мировой экономике, и на финансовом рынке, и в технологиях, они показали, что необходимо изменять законодательство. И в первую очередь несколько аспектов, которые мы обратили внимание. Первый – вопрос определения отпускной цены от объектов ВИЭ, который очень важен для инвесторов. Второй – вопрос гарантированного закупа, который производится
энергопередающим организациям для компенсации нормативных потерь и вопрос подключения к энергосистеме. Энергопередающие организации, ввиду незаинтересованности в закупе дорогой энерговии, были не заинтересованы в подключении установок. И здесь очень важный вопрос сыграл это размер нормативных потерь. Величина ограничена, не превышает 6 миллиардов киловатт-часов. А если говорить об ограничениях по мощности, в среднем это более, не более 300 мегаватт. Вместе с тем, как уже было сказано, что и в министерство, и в КИГОК обратились инвесторы уже более 3000 мегаватт. Поэтому разработан новый проект закона. Сейчас он находится в Мажилисе. Очень активно мы работаем с депутатами, выезжали в регионы. И я хотел сказать сейчас, на чем принципиальные механизмы закона. Это вопросы господдержки инвесторов, реализующих объекты ВИЭ, и вопросы господдержки потребителей. По вопросу первого блока, поддержки инвесторов. Предлагаемые механизмы должны обеспечить гарантированный уровень цены, обеспечивающий возврат инвестиций, покрытие рисков, гарантированный срок действия установленной цены без изменений, гарантированный закуп электроэнергии от ВИЭ и беспрепятственная интеграция ВИЭ в сеть. По мнению международных экспертов и после многих споров и дискуссий, в условиях Казахстана наиболее применима схема фиксированных тарифов, которая является прямой, простой и обеспечивает рациональный стимул развития ВИЭ. Фиксированные тарифы будут утверждаться после принятия закона постановлением правительства. Для каждого вида ВИЭ утверждается единый по всей Республике Казахстан фиксированный тариф. Фиксированный тариф включает в себя инвестиционные и эксплуатационные затраты, а также затраты на подключение к сетям. Срок действия тарифа будет фиксирован, на который будет гарантироваться закуп этой электроэнергии. Подлежит пересмотру для последующих периодов только для новых инвесторов. Вопрос гарантированного закупа электрической энергии ВИЭ мы предлагаем решить, предложив новую структуру механизма распределения затрат, которая основана на вводе централизованной схемы в виде единого покупателя, расчетно-финансового центра при системном операторе. Создание отдельной специализированной организации по ВИЭ повысит уверенность инвесторов в полном эффективном внедрении политики и целей поддержки ВИЭ. Эта организация сможет более оптимально выполнять обязательства по закупке и торговле на развивающем рынке, обеспечивать управление ликвидностью. Деятельность будет основываться на принципах независимости, прозрачности, объективности и своевременного управления данными. Данная организация будет создаваться при системном операторе при КИГОКе. Ввиду нестабильной работы технической источников ВИЭ должны быть четко оговорены вопросы их работы в единой системе, балансированной диспетчеризации. Учитывая, что ВИЭ не могут обеспечить соответствие ежедневным графикам, а также то, что сетевой кодекс не предусматривает разграничения между традиционными источниками ВИЭ, выше названные вопросы будут проработаны в подзаконных актах. По вопросу поддержки потребителей. Мы считаем, что большой эффект, как с экономической и социальной точки зрения, в развитии ВИЭ можно достичь за счет использования объектов источников ВИЭ нашими гражданами для автономного использования. В этой связи мы говорим о господдержке, которая заключается в форме поддержки потребителей, имеющих подключение к единой энергосистеме, и поддержки удаленных потребителей, которые изолированы от единой энергосистемы. Значит, здесь, в частности, предоставление физическим лицам, не имеющим подключения к энергосистеме, установлена финансовая поддержка. Это субсидирование 50% от стоимости установки будет за счет бюджета государственного мощностью до 5 кВт. Здесь, согласно расчетам, у нас 1200 фермерских хозяйств, которые и отгонных пастбищ, которые сейчас не имеют подключения к электрическим сетям. И по программе АПК таких фермерских хозяйств и отгонных пастбищ будет 4000. Мы планируем покрывать часть затрат для 400 хозяйств в год. На сегодняшний день данный законопроект рассматривается, повторюсь, в Мажилисе. Считаем, что предлагаемый подход в соответствии с международной практикой позволит реализовать наиболее целесообразные экономической точки зрения проекты, а также развивать ВИЭ с темпами, контролируемым государством. Очень важен здесь последовательный поэтапный подход. Еще одним немаловажным аспектом является обеспечение энергии потребителей, готовых использовать ВИЭ для индивидуального использования с возможностью обратной продажи вырабатываемой электроэнергии в сеть. Предлагаемые меры позволят увеличить объем существующих мощностей к 2020 году. Целевыми задачами, которые мы ставим в нашем плане, еще раз подчеркнусь, это только по ВИЭ 1% в 2014 году, 3% в 2020 году. Хочу подчеркнуть, что в данном случае мы имеем в виду ВИЭ
в законе и цифрах 1,3%, только те, которые получат льготные фиксированные тарифы. Как известно, плотины и ГЭСы, они будут реализовываться как инвестпроекты в соответствии с действующими поддержками энергетических станций, как и угольные. И если по международной статистике, то доля ВИЭ в Казахстане сейчас находится на уровне 0,5%, а если смотреть в целом как зеленую энергетику, у нас 10,5%. Пример, в Германии доля ВИЭ в 2011 году была 20%, в котором учитывались все гидроэлектростанции, доля которых в ВИЭ составляет 14%. Таким образом, в Казахстане можно говорить, что доля зеленой энергетики 10,5%. Сегодня мы обозначили основные цели на ближайшую перспективу. Это определение эффективного размещения необходимых мощностей в ВИЭ, достижение массовости использования среди населения и успешное развитие направления возобновляемой энергетики. Для достижения цели необходимо реализация следующих мероприятий. Первое – это исследование потенциала и разработка прединвестиционных исследований по каждой перспективной площадке. Сегодня в Мажилисе парламента рассматривается проект закона о ратификации устава Международного агентства по возобновляемой энергетике ИРЕНА, который присоединяется к Казахстану. И ратификация позволит нам стать полноправным членом этого агентства, и мы получим все данные о потенциале ВИЭ Казахстана в разработанном данным агентством глобальном атласе возобновляемой энергетики. Хотел отметить, что министерством разработан сейчас ветроатлас, определены потенциальные площадки для создания ветропарков. Следующим шагом будет создание потенциала гидроэнергетики, который был сделан только в советское время, и следующим шагом солнечной энергетики. В данных мерах будет разработан ряд стимулирующих направлений для поддержки им использования рядовым гражданами. В частности, в Германии действует программа 100 тысяч солнечных крыш, в США 1 000 000 солнечных крыш. И есть ряд стимулирующих мер, которые позволяют вовлечь население в этот процесс. Кроме того, Сергей, параллельно с разрабатываемым законом, сейчас, как известно, необходимо сразу разрабатывать подзаконные акты, мы определили 13 нормативно-правовых актов в его реализацию. Эти вы видите на слайде, здесь о утверждении фиксированных тарифов, об утверждении правил определения фиксированных тарифов, об утверждении порядка предоставления адресной помощи поддержки ВИЭ и многие-многие другие. По указу президента функции по политике в области возобновляемой энергетики переходят в Министерство окружающей охраны среды. И мы будем, безусловно, помогать. Реализация политики остается на Министерстве индустрии. Поэтому я думаю, что ИМООС и Министерство индустрии все 13 нормативно-правовых актов должны завершить к 1 июня, чтобы у нас к 1 июня была завершена полностью нормативно-правовая база. Это очень важно. Информации для инвесторов, которые ожидают принятия закона и нормативных актов. Если говорить о реализации проекта ВИЭ, то по данным мониторинга выработка электроэнергии увеличивается. В 2012 году объем составил 450 миллионов киловатт-часов, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Хотел бы отметить, что ряд областей активно включились в развитие. Мы сегодня имеем определенный результат. В Казахстане реализовано порядка 25 проектов. К примеру, видите на слайдах, в Астане это установки Болотова в Рождественском кордоне, это солнечные установки на крыше Евразийского университета, которые способствуют привлечению внимания студентов, молодого поколения. На следующем слайде видно, что на горных речках Алматинской области введено в эксплуатацию 5 малых ГЭС мощностью 20 мегаватт. Один из хороших примеров – Каратальская ГЭС-4 мощностью 3,5 мегаватт. На слайде 20 виден проект первой солнечной электростанции «Зеленая деревня», который реализован министерством вместе с корейскими коллегами. Село, состоящее из 16 домов с населением 70 человек, не было обеспечено электроэнергией порядка 18 лет и вынуждено было употреблять подземную соленую воду. В результате запуска проектов данная проблема была решена. В результате реализации был построен центр управления системой, контроль за энерговодообеспечением, установлены солнечные панели мощностью 52 кВт, система аккумуляторных батарей и с помощью полученной электроэнергии пробурена скважина для водоснабжения поселка. На примере пилотного проекта «Зеленая деревня» мы хотели показать местным исполнительным органам возможное решение вопросов энерговодоснабжения отдаленных населенных пунктов. Схожий проект был запущен в Кызылординской области
благодаря акимату области, это удаленный пункт село Ожар за счет инсталляции ветродизельной электрической установки. Акимат Жамбылской области очень активно внедряет ВИЭ практически всех видов. Это ГЭС-3 на реке Меркенко 1,5 мегаватт, первые ветроустановки в поселке Хурдай 1,5 мегаватт и первая солнечная станция в селе Атар, запущенная в конце прошлого года. При постоянном росте тарифов за энергию вопрос энергообеспечения крестьянских хозяйств Кустанайских северокавказских областей решили путем строительства объекта ВИЭ. В Карасуйском районе Кустанайской области инсталлирована первая в Казахстане биогазовая установка, а в селе Новоникольское СКО 1,5-мегаваттная электростанция, ветроэлектростанция. Несмотря на отсутствие горных рек Карагандинской области, в конце 2012 года запущена гидроэлектростанция мощностью 3,7 мегаватт на Интымакском водохранилище. Уважаемый Сергей Тигметович, комплекс системных мер, еще раз подчеркнусь, разработан. Сейчас до 1 июня нам необходимо его утвердить. В принципе, все организации готовы. Мы вчера проводили селектор с акиматами, и все наши государственные организации, Самрукэнерго, КИГОК, тоже все задействованы в процессе и готовы уже к реализации. Второй вопрос, на котором я хотел остановиться, это реализация конкретных проектов. Первое, это проекты, которые будут завершены в 2013 году. В 2013 году будет завершено 12 проектов ВИЭ. Я хотел бы выделить здесь строительство ветростанции агрофирма «Родина» в Акмолинской области, строительство двух ГЭС в Алматинской области, солнечная станция 2 мегаватта «Самрукэнерго» в городе Капчагай, 2 ГЭС в Жамбылской области, ГЭС в Бухар-Жыраусском районе в Карагандинской области и ГЭС в Южно-Казахстанской области 2 мегаватта. Проекты, которые планируем начать в 2013 году, мы вчера еще раз с акиматами внимательно просмотрели, и вы видите на ряде регионов, мы хотели показать примеры, какие проекты начнутся в 2013 году. На слайде 30-м Самрукэнерго приступит к текущему году к строительству первого этапа Ерементаевского ветропарка. Первый этап будет составлять мощность 45 мегаватт, весь ветропарк будет составлять 300 мегаватт. Хотелось бы отметить, что по данным проектам завершается процедура, и Самрукэнерго планирует уже весной приступить к строительству. Данный объект будет выступать как один из энергоисточников, который обеспечит объект Экспо-2017. Слайд 32. В Алматинской области мы ожидаем начала строительства малых ГЭС на реке Коксу мощностью 42 мегаватт, а также ветропарк в Шелекском коридоре мощностью 51 мегаватт. Шелекский ветропарк тоже реализуется компанией Самрукэнерго. В Восточно-Казахстанской области казахстанское испанское предприятие Spain Consulting приступит к строительству ветростанции 24 мегаватт в Уланском районе. Также до конца текущего года мы ожидаем запуск в первую очередь ветропарка в Курдайском районе, малых ГЭС на реке Каракастак и ТАС от Кельского водохранилища Жамбылской области. В текущем году заработает 2-мегаваттная малая ГЭС в селе Кушкарата Южно-Казахстанской области. Если говорить о перспективных проектах, я не буду о них останавливаться подробно, вот можно пролистать с 39-го слайда, увидите, что у нас приступает к строительству ветропарка в Мангистауской области, Актюбинской, Алматинской, Кустанайской. Малая ГЭС в южных областях в Восточном Казахстане и солнечные электростанции в Алматинской, Жамбылской, Казахстанской областях. Пролистайте, пожалуйста, вот эти проекты. По каждому проекту есть инвестор, есть на разных этапах готовность акиматов, выделены земли. И, в принципе, после принятия закона мы ожидаем, что вот эти 50 проектов, которые я сейчас назвал, будут реализованы, начнутся строительство в ближайшие 2 года и до 2020 года будут построены. В завершение хотел сказать, что очень большое внимание мы обращаем на технологическую политику. Будут применяться, конечно, самые лучшие в мире технологии в области ВИЭ. При этом в рамках задачи по развитию инноваций мы поддерживаем и отечественных инноваторов. Как мы рассматривали на Совете по технологической политике, по итогам научно-технологического форсайта были определены 75 критических технологий, из которых 23 относятся к зеленой энергетике. Это такие технологии, как по выпуску термоэлементов и солнечных фотоэлементов, технологии по выпуску ветровых агрегатов, использующих концентраторы воздушных потоков, выпуск аккумуляторов нового поколения,
технологии по выпуску малых котлоагрегатов на всех видах топлива, технологии по выпуску безнапорных ГЭС и многие другие. Уже по этим технологиям у нас есть 17 проектов в сфере альтернативной энергетики, которые получили гранты и другие меры господдержки. Это проект в области солнечной и ветровой электроэнергетики. Хотел бы отметить, что в связи с изменением указа по парку инновационных технологий в городе Алматы, также в приоритет парка введен приоритет – это возобновляемая альтернативная энергетика. И сегодня на территории парка начали работать 7 инновационных компаний по данному направлению. Для поддержки инновационных процессов в октябре было подписано соглашение с Исламским банком развития и нашим Национальным агентством технологического развития по созданию фонда по развитию возобновляемой энергетики. И здесь же хотел бы отметить, в области поддержки казахстанской инновации в 2013 году совместно с Казатомпром и Институтом высоких технологий планируется начать реализацию технологической программы «Технология по выпуску термоэлементов, солнечных фотоэлементов», которая обеспечит развитие проекта, который построен был в Астане. Уважаемый Серик Медович, уважаемые коллеги, данные предложения по развитию системных мер для поддержки ВИЭ позволят нам начать реализацию проекта ВИЭ в ближайшие 2 года, провести большую работу с инвесторами и выполнить все поручения, которые дал глава государства. Благодарю за внимание.